Что ты? Вечно у меня так. Что у тебя стряслось? Да тележка застряла в грязи. И теперь я не могу исполнить свой священный долг. Священный долг? Да. В моей семье есть традиция. Тот, чья жизнь подходит к концу, прячет свои сокровища за водопадом. Зачем? А какой толк от водопада, за которым ничего нет? Ясно же? Никакого. А когда тут всюду дети муспели, ждать до последнего никак нельзя. Может, ты меня выручишь? Я вытащу тележку. Тележку? Нет, бери сундук и тащи на скалы. Так будет быстрее. А я тебя вознагражу. Вообще-то у меня много дел. Да тут быстро. Я уже и место нашел. Прямо за одним из этих водопадов. Иди по бревну, поднимись по тропе на скалу, затем сквозь пещерку, вот и нужный водопад. Если увидишь белые цветы, значит ты на месте. Принеси мне парочку, чтобы я знал, что дело сделано. Ах, белые цветы. Ладно. Ох, вот спасибо. Я тебя здесь подожду. Thank you.
Священный долг. Вот первая пещера. Но мне нужна другая. Тропа должна вести дальше к нужному водопаду. Похоже, тут уже занят. Значит, нужная пещера близко. Пещера с белыми цветами. Все, доказательства есть. Вот и ты! Наконец-то! Цветы у тебя? Да, держи. О, прекрасно. И сундук там, где я просил его оставить? Конечно. Замечательно! Благодарю тебя. Мой священный долг исполнен. А награда? Лучшая награда за выполненную работу – это благодарность.
нужно? Увидят, сразу нападут. Тебя укусили? Ты цела? Нет, не укусили. Просто, надеюсь, эти мерзавцы страдали. Мучились хоть в половину так же сильно, как мы. Если б не ты, мне бы конец пришел. Заходи в убежище Хода. Найди там меня, и я тебя с радостью отблагодарю. Право, не стоит. Прости меня, Хави, но я не согласна. Кстати, у этих турсов есть главарь. Может, к этой скотине стоит заглянуть на огонек? Я даже знаю, где это. Поищи горные тропы к северу от Свёдюварсара и будь начеку. Жаждешь мести? Я запомню. Если случай приведет меня на север, я покончу с их главарем. Ну, а я возвращаюсь в убежище. Надеюсь, еще свидимся. Дверги имели в виду одно и то же место.
искать знаки, указывающие на убежище. Проклятие троллей. Это ослабит проклятие Хрейнбера. Здесь нужна осторожность. Я сама тут не справлюсь! Здесь сокровища!
Помоги мне скорее! Идем! Мы задержались!
Стража тут бдительная. Подойди-ка сюда. Я нашла добычу.
тебя! Помогите! Помоги же мне! Хватит! Идем на корабль!
Что сурд? Come on.
Поднять парус! Зарядить парус! Hearken well in Hall of King. Парус! Лови ветер! Slain Valkyria ways, reward for strain to Valhall takes. Then horns resounds the mighty hall for those who fight, for those who fall, for those who fight, for those who fall. Warlord weaves his web of fear. Gets his fated cheer, a blood-red surge, the warrior's shield. Ravens scan the battlefield. Ravens scan the battlefield. The beaten blaze, our trail of breath, clothing gaze upon the dead, and horns resounds the mighty hall. For those who fight, for those who fall, for those who fight and those who fall, may horns receive. Well.
and horns resounds the mighty horn for those who fight, for those who fall, for those who fight, for those who fall. Warlord weaves his web of fear, each man gets his fated cheer, a blood-red surge the warrior's shield. Ravens scan the battlefield. Ravens scan the battlefield. The beaten blaze, no trail of breath, loathing gaze upon the dead, and horns resounds the mighty horn. For those who fight, for those who fall. For those who fight and those who fall, may horns resound the mighty horn. For we who fight, for we who fall. Поднимай парус!
strain to call the pain. Then horns resound the mighty call. For those who fight, for those who fall. For those who fight, for those who fall. Warlord needs his web of fear. Each man gets his fated share of blood red surge to warrior shield. Raven scan the battlefield. Raven scan the battlefield. Beaten. And the horns resounds the mighty horn. For those who fight, for those who fall. For those who fight and those who fall. Больше паруса! Yeah.
who fight, but we who fall.
Должно быть убежище близко. Как же дверги сумели сюда забраться? Так вот, где они прячутся. Из чего это? Из дерьма троллей? Эту мерзость и свиньям не скормишь. Тебя не знаю. Не мешай мне.
Ты знаешь правила. Разберись с проблемой, забери награду. Берешься за это. Они нас не подведут. Посмотри вокруг. Здесь только сокровищ, что и не пересчитать. А в рот положить нечего. Что толку от вещей, если они не приносят счастья? Люди важнее всего. Что здесь было до того, как вы тут поселились? Казна. Когда пришли турсы, сюда послали воинов охранять ее. Как будто богатства могут быть важнее жизни. Мы пришли сюда в поисках защиты и остались. Вокруг несметные сокровища, а нам нечего есть. Надо бы сделать пару изменений. Держитесь. Как голодные дверги могут так много гадить? Асы давно бросили нас. Но мы же их союзники. А меня хватает дел. Хочешь помочь нам? И как голодные дверги могут так много гадить? Лучше не зли меня! Вчера ночью я видела, как доспех двигался. Еще бы! Говорят, именно в нем заточена хук Хрейдмара. Доспех Хрейдмара. Он носил его, когда сыновья взбунтовались против него. Дверги верят, что доспех проклят. Думаю, можно избавить их от этой обузы. Хочешь пособить нам?
гости из Асгарда? Речи. Приветствую тебя. Я Хави из Асгарда. А ты не бросаешься словами. Побольше бы таких. Еще поговорим. Вечный труд. Добрался? Хорошо. О, здравствуй. Если бы не ты, лежать бы мне в болоте. Вот, держи. Пустяк, конечно, но хоть что-то. Ха-ха. Такому грозному воину разве откажешь? Спасибо. Дверги могут так. Приятно свидеться в безопасном месте. Взаимно. Не думала, что буду рада вернуться сюда. Без тебя я погибла бы. Вот, держи. В благодарности за спасение. Думаю, на моем месте ты поступила бы так же. Спасибо. Вы давно бросили нас. Но мы же их союзники. Мы точно виделись раньше. Верно, Хави. И в этот раз никого не пытаются убить.
Спасибо тебе за спасение. Прошу, прими этот дар. Что ж, позволь поблагодарить тебя. И как голодные дверги могут так много гадить? Приветствую. Не желаешь что-нибудь купить? Сегодня все вдвое дешевле, чем вчера. Вдвое дешевле? Вот это щедрость. Вчера я подняла цены вдвое, чтобы заработать, но никто ничего не купил. Сегодня все за полцены. Ты этим недавно занимаешься, да? Сегодня второй день. Тут что, нет других торговцев? Подсказали бы тебе что да как? Нет, место пустовало, вот я его и заняла. А что, я плохо справляюсь? Нет, нет, не то чтобы... Я ни на что не гожусь, да... Так. Это что, попытка заставить меня что-нибудь купить? А что, помогло? До встречи. Пожалеешь. А кто потом избавит нас от Хави? Это же Хави! Весьма неплохо. Мы нам тебе с тобой нечего. Уйди отсюда, прошу. Нашлись самоцветы? Вот, держи еще самоцветы, Дверг. Как блестит. Вот, держи еще самоцветы, Дверг. Спасибо. Прекрасно, прекрасно. Еще приноси. Столько тружусь, что у меня уже мозоли на мозолях. Это Хави? Нашлись самоцветы?
Посмотрим, что я смогу найти. Спасу парня и отомщу за его мать. Лучше остановись! Уходи! Нечего тебе здесь делать! Тебя не должны здесь видеть. Ты мои глаза. Мощь. Любой ценой. Всюду золото. Значит, нужный дом близко. Значит, нужный дом близко. Гонбарг велел искать где-то здесь. Что тут случилось? Кого-то били, возможно, пытали. Потом тащили по земле. Украшения на любой вкус. Наверное, сюда не раз приходили в самых торжественных случаях. А теперь печальное зрелище. Фритьоф пишет, что в Ульдере есть темница для непокорных двергов. Мол, там, возможно, держит некую тюрьму.
что такое? Сыны Ивальди пытались предупредить Фритюфа, что Турсы свирепствуют все больше. Интересно, он получил это письмо? Здесь обменивались записками, но Фритюф был беспечен. Сыны Муспели все узнали, подстерегли и схватили его. Что ж, пойду в темницу. Для этого нужно попасть в плавильню. Здесь. Я чувствую жар горна. Ясно, почему Торсы держат пленников именно тут, чтобы выжечь и тень надежды. Если такова их участь, и Рагнарёк покажется избавлением. Следует, как я, ковать свою судьбу. Бедные дверги. Если такова их участь, и Рагнарёк покажется избавлением. Следует, как я. Это ты, Фритьев? Не знаю такого. Бедные дверги. Если такова их участь, и Рагнарёк покажется избавлением. Следует, как я, ковать свою судьбу. Я ищу Фритьева. Его забрали вниз. Мы спасены. Спасибо. Нет ли водицы? Нет. Который из вас Фритьев? Фритьев? Нет, я... Тогда не важно. Нет, чтобы сказать, что ты Фритьев. Глядишь, и выбрались бы отсюда. И что теперь делать? Сбежим, нас опять поймают, или того хуже? Фритьев. Я его не знаю. Не убивай меня. Фритьевер! Эй! Фритьев, это ты? Фритьевер. Фритьевер! Вин губле маве! Гад ми мас! Найданго стихи! Эй! Нет, ты никак не Фритьев. Но ты его знаешь. Значит, ты Тюра? Тюра! Я! Тюра! Гад ми мас! Она миндах едаве! Тюра! Фритьевер! Да ты хотя бы знаешь, где он? Фритьевер! Я! Фритьевер! Дере! Стой! Стой! Ты меня понимаешь? Мы дюаш леуни маруос росенима!
Ты держись позади и не шуми. Я, это Увер. Помалкивай. Ты лазать умеешь? Нет? Тогда поищем другой выход. Что ж, с этой силой я могу скрываться у всех на виду. За мной. Владыке Асгарда не к лицу прятаться. Не дай себя убить. Теперь за Фритьофом. Куда? Я. Фритьовер. Эй! Куда мы идем? Тюра! Тюра! Ха, славное имя. Как Тюр из Асгарда. Эти Сона. А, неважно. Поторопимся. Где там Фритьоф? Клянусь, заведешь не туда, пожалеешь. Признаться, удивительно, что этот великий дракар вообще можно разглядеть. Впрочем, не думаю, что мы сможем просто взять и приплыть к Фритьофу, верно? Нет. Да начнется сага о Хаве и Тюре. Твоя задача не говорить ничего важного. Вот умница. Мы найдем реликвию. И его найдем. Беги. Скорей, мы и так задержались. Веди к Фритьофу. Твой родной язык. Ты откуда-то издалека, верно? О, хин клевард. Петров вейфур. Да уж, не лучшее время ты выбрала, чтобы приехать в Свартальфахейм. Куда ты ведешь меня, Тюра? Блерой Брихарвай. А ты хиваде боден тали инру салу? Фритьовер! Родри Менди Ахеп! Фритьовер! Ах, я же...
Хорошо. Сыны Ивальди побывали здесь. Но больше их тут нет. Факанюнгит. Ойди к Ивальди. Да уж, тебе от них толку не было. И Фритюфу. Да и самому Ивальди. Пошли. Мне очень жаль, что мы отдали Свартальфа Хейм Сурту. Будь я бдительней, Бальдер ни за что бы не угодил в его когти. Бальдер? Мой сын. Он столь же добр, сколь простодушен. Надо спешить. Куда теперь? Shit. Path of Mava. Тюра! Винтрио! Саймвирен Кубот! Вот и доверяй теперь двергам. Здесь должна быть подсказка. Дорога ведет на запад. Следы колес свежие. Здесь часто ходят. Эта дорога уходит на север, прочь от Ульдера. Наверняка ведет в другой город. Должно быть, мы что-то упустили. Осмотрись, Тюра! А это что? Эту надпись повредили нарочно. Еще и знаки мне незнакомы. Тюра! Ты можешь это разобрать? Я! Фритьёвер! Фритьёвер! Дере! Ты необычный дверг, Тюра. Эй? Дверг попроще сейчас изо всех сил спасал бы собственную шкуру. А ты другое дело. Отправилась в путь, чтобы помочь Фритьёфу. Жаль, я не понимаю тебя так же хорошо, как ты меня. Когда доберемся до цели, постарайся поберечься, ладно? Но почему непременно волк? Глупое зверье. Быстрее, Тюра, надо спешить. Я сделаю то, что должно. Но иду я за реликвией. Фритив лишь ступенька на пути к цели. Тут надо быть аккуратнее. Уже на месте? Что это за место? Здесь они ищут реликвии? Фритьёвер, я? Думаешь, Фритьёв тут? Что ж, узнаем. Жди здесь.
Осмотрись вокруг. Фритьоф. А ты-то кто? Покажи, что впереди. Я от Гунберг. У меня и у твоих родичей одна цель — реликвии. Мне одной хватило, чтоб ее. Из-за нее я ослеп. Где она теперь? Вытащи меня отсюда, и я скажу, где она. Идти можешь? Я слепой, а не безногий, но один неверный шаг — я искупаюсь в лаве. Тогда я тебя понесу. Фритьоф, сиди тихо. А ты смотри, куда идешь. А еще реликвии здесь есть? Не знаю. Звездам ты цела. И я цел. Все хорошо. Ну, относительно. Так тебя тоже освободили? Хватит болтать. Где реликвия? Не терпишь приземленных бесед? Так вы дверги других и не ведете. Ха-ха-ха. Недурно. Что ж, спущу тебя с небес. Реликвию забрали дети Муспеля. Думаю, унесли во дворец. Что это за вещь? Да чтоб я знал. Как только я вытащил ее из земли, полыхнул такой яркий свет! Это последнее, что я видел. Да я не об этом. Зачем она нужна? Кроме как ослеплять бедных двергов, не знаю. И эти дылды тоже. Вот и потащили во дворец их проклятому ученому. Дворец — это твердыня огненных великанов? Смекаешь? Давным-давно там работал Ивальди. Теперь там Эйнар, скотина. Твоя реликвия у него. Эйнар. Бити сонам, Эйнар. Он предатель. Дверг, но служит великанам Муспеля. Не верь ни единому его слову. И если выпадет шанс, убей его. Мне решать, кому жить, а кому умереть. Где этот дворец? Если мы еще на раскопе, его должно быть видно. Взгляни на юг. Такой скромный домик на громадной горе. Ничего себе домик. Ну что ж, я заберу реликвию. А ты что будешь делать? Тебе-то что до этого? Как там тебя? Если солжешь владыке Асгарда, тебе не поздоровится. Ты? Так ты... Ух ты ж! Слушай,
мне скрывать нечего. Мы пойдем в убежище, встретимся с Гунборг. Что ж, если не врешь, наши пути больше не пересекутся.